Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Если говорить о так называемой духовной планке, то обладатели этого имени она высока, значительно отличается от всех рядовых граждан. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Носители этого имени зачастую отторгают общество от себя единого, не воспринимают критику. У этих людей бывает мало друзей. Так происходит потому, что они меняют верных товарищей как перчатки, не обращая внимания и мнения человека, который был для них минуту назад самым преданным и верным. Друзья держатся около этого человека очень короткое время, иногда пропадают навсегда из-за их двуличности. К слову, у владельцев этого имени нет представления друг, близкий или товарищ. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «Т» дает человеку настырность. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.